есть руководитель. Значит, мы должны выполнять то, что он говорит. Хочу сказать, советы подчиненности не имеют. Ну, городской совет не подчиняется областному совету. И районные советы не подчиняются городскому совету. Но среди исполкомов есть понимание того, что надо выполнять распоряжение вышестоящего органа. То есть губернатор поставлен президентом или исполняющим обязанности президента. Ну, то есть губернатор есть, это власть. Как бы там ни было, ну, кому-то он может нравиться, кому-то может не нравиться, но выполнять обязаны. И те распоряжения, которые он дает, мы выполняем в городе. Надо быть готовым к приему беженцев с Крыма. Он расписал это на всю область. Вот. Ну, мы получили вот, быть готовым к приему беженцев Крыма. Ну и там идет разъяснение, что мы должны делать. То есть мы должны предоставить медицинскую помощь, мы должны предоставить социальную помощь, то есть если беженцы являются ну, там, или инвалидами, или там, афганец, чернобылец, ну, человек, который пользуется социальной помощью, мы ему в городе должны изыскать средства из нашего бюджета для того, чтобы оказывать здесь ему такую помощь. Ну и на УЖКХ обеспечить жильем, как минимум на первое время, ну, то есть по возможности. В городе работают все службы, которые касаются вот этого момента по обороне вот, и по другим вещам. То есть есть штабы, есть ну, задания, которые выполняет МЧС, есть задания, которые выполняют военкоматы, есть задания, которые мы здесь выполняем. У нас есть запасы и стекла, там, и дерева, и всего-всего-всего. Вот. Есть запасы противогазов, есть запасы там, ну, все, что необходимо, у нас есть. То, что создают общественные организации, ну, это, наверное, хорошо, если это в помощь. Понимаете, то есть там собрать что-то, да, помочь, это тоже хорошо, и мы это тоже поддерживаем.